Дагестанский боксер-профессионал Мурат Арсланов провел свой очередной бой. На этот раз в городе Белоярске на чемпионате России против Дамира Булатова из Татарстана. Для победы подопечному тренера Михаила Шевелева хватило всего 3 раунда из 10 отведенных. Вердикт рефери – технический нокаут. Это уже 4-я к ряду победа Мурата Арсланова на профессиональном ринге. Спортсмен представляет Ханты-Мансийский автономный округ и город Каспийск. В планах у боксера-профессионала защита пояса чемпиона страны в этом сезоне. В конце 2016-го он планирует выступить за океаном в одной из версий профессиональной боксерской организации. Сажусь, все было хорошо, в мою пользу. В 3-м раунде техническим нокаутом выиграл бой. Готовился в Екатеринбурге, там у меня есть команда, которая, ну, менеджера, команда, там полностью команда. Я туда поехал готовиться на этот бой. И большой сбор прошел к этому бою. Сейчас хочу несколько боев сделать. Сейчас будет, вначале, наверное, будет защиты, будет, ну, защиты пояса. А потом хочу до конца года провести бой в Америке, ну, там показать себя.